Всем привет, с вами снова Шарк, и мы продолжаем проходить врата Бальдура. В прошлый раз мы зачистили руины одни, возле деревни Галикин. Ну что ж, предлагаю сходить в одну очень интересную школу. Школу Улькастра. Давно заброшена, кстати. You need me? I'm here to help. Но сначала нам нужно кое-какие зелья достать. Мало ли какая фигня может случиться. Super important. Yes, it's already done. Зачем я купил свитки от... Короче, я плоти камень. В дальнейшем они нам пригодятся. Enthusiastically. Защита от яда. Очень полезный свиток. Наследие мастеров, как я и говорил. Халид, твое. I'm here to help. I can make whatever you wish for a wee little bit more than me competition. Кислотную стрелу пока продавать не будем. Она весьма редкая штука. У нас есть кто-нибудь с арбалетами? Нет. Поэтому загоним. Ну а теперь зачистим территорию вокруг храма Латандра, повелителя утра. Вестибюль храма. Скорее, приемная. Пьянчуга. Привет, ребята. Еще раз здрасте. Я, кажется, потерялся по пути домой. В любом случае, это уже ничего не имеет значения. Отдайте свои деньги. Парень, мы не собираемся давать тебе деньги. Неправильный ответ, парни. Вы должны мне отдать деньги, когда я спросил. Знаете, кто я такой? Я открою вам маленький секрет. Я лич. Да, я такой.
Могущественной магией владею я. И вы меня разозлили. У вас есть последний шанс отдать мне все свои деньги. Ик! Эти парень, мы тебе не отдадим деньги. Вали! Оу-оу, ребят, так не надо делать ничего, ага. Я убью вас зажим. Вас своей могучей магией. А теперь, что вас ждет, смерть или что-то? Мы уходим. Пока. Куда вы? Жители поверхности такие тупые. What can I do to help? You need me? I'm here to help. You be quiet. Huh? I cannot. Your servant awaits. Yes. What can I do to help? Yes, I want to finish this. Yep. Никого не жалеть, мочить всех. You need me? At once. The hero is on the job. Yes, it's already done. Так. What can I do to help? Tis a job for me. Night singer, give me power. Manure me will crush you. Coward Marco. You need me? You've attacked for the good. Где? Халид? Где ты? Выйди с боя. Yes. Also? Так, что опять случилось? Отмотаем, посмотрим, что, блин, за дела. Так, Нира пытается накастовать щит хаоса. Дикий всплеск. Она сама себя спеленала. Молодец, девочка. Я в ужасе. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, как же эту тварь наказать? Да, нет просвета в этой мгле. Тем временем Мира. What could I...
You need me? Бери гост на западе. Меня этот маг парит временами. Нира, с тем, что она умудряется сама себя спеленать. Знаете, это напоминает какую-то комедию. Ну, знаете, где персонаж кидает удочку. Ой, тьфу. Пытается что-то поймать. Ловит в результате сам себя и умудряется еще и связать себе руки-ноги. Тридцать градусов долготы. Не, высоты. Долгота меняется сильно. Лунные в контакте. А, прошу прощения за отсутствие фокуса. Но я изучаю небеса какое-то время. И определенно что-то за шею у меня застыло. Я не могу сфокусироваться на чем-либо ближе, чем горизонт. Такая боль астрологии, знаете ли. А знаете, кто этот кто это? Закопись. Галилео Галилей. Астроном. И что же ваши наблюдения открыли вам? О, я не могу вам рассказать все, что я увидел. Так много материала для обработки, который нужно интерпретировать и исследовать как минимум три раза. Неудивительно, что я могу... что и даже я могу ассимилировать эту информацию без побочных эффектов. И тем не менее, долгий, длинный... Вообще, короче, анализ всего этого открывает весьма интересные вещи, что ждут нас впереди. Если бы я не знал лучше, я бы сказал, что небеса сами смотрят на это дело с интересом. Конфликты величайшей значимости на горизонте. Yes. Господин Галилей, вы правы как никто. Это все, что я могу на данный момент сказать, чтобы не раскрыть всю тайну. Ибо очень многое вскоре случится. В течение ближайших 5 лет. Да. What you want? What can I do to help? А, кстати. Этот плащ лучше дать Нире. По той причине, что она может вляпаться опять. Вообще, почему жрецы не смотрят за собственной территорией? Вроде повелитель утра как бы влиятельное божество. А его жрецы не хотят следить за своей же собственной территорией. You no fight. You fight, you die. Вы не драться. Вы драться, вы умирать. Отдайте золото и железо. Или умрете. Все просто. Все. Что я сказал? Дети, что я сказал? Или умрите. Умрите, умрите, умрите. Мы никогда не задеемся мародерам. Ваши сердца храбры. Мы их вырвем и покажем вам. Чил, атакуем. Мочить всех. Ого. Нет. Нам нужно прижечь пару мразей. Можем рассчитывать на бросок кобры. Ой.
похоже, что пошло наперекосяк, да. О, у меня сердце не лежит к этому. Я тебя понимаю, Хали. Присвистело. Shouldn't speak to his better unless spoken to first. Не хочу быть грубым, но не отошли бы вы чуть назад от меня. Во имя богов, я буду рад вернуться в Waterdeep к следующим 10 дням. Да мне плевать на ваше нытье. Идите куда хотите, но уйдите с дороги. Ах, как типично для варваров, которых я здесь встреча. Грубый, как может быть, и личная гигиена для них. Их личная гигиена может уложить сильнейшего быка. Я не могу избавить себя от вашего присутствия как можно быстрее. Почему все такие помпезные уроды меня дико раздражают? Мы все же направимся в школу Улькаста. Вперед! Девочки! Ауч! Стоять. You're rather outlandish folk to be wandering round here.
Бродяги! Подождите. Я хочу с вами переговорить. Вы искатели приключений, не так ли? Да, мы искатели приключений. Хорошо. Видите ли, я сам искатель приключений. Хотя я не фанат битвы. Я предпочитаю вытаскать вещи из руин и логов монстров. И избегать драки. В любом случае, у меня есть кое-что, что может вас заинтересовать. У меня есть камень в моем владении, магический. Мне он не нужен. И я не могу получить за него хорошую цену с тех, кого я встретил. И что же ваш камень делает? О, конечно, это камень истинного зрения. Он позволяет вам видеть правду всем, во всем. Не хотите, а правда за 1000 золотых? Ни больше, ни меньше. Не, извини, слишком много для нас. Плохо, что вы не можете видеть очевидные вещи, вроде ценности этого камня. Похоже, я должен идти. К слову, он собирался загнать нам какой-то обычный камень, не камень истинного зрения. Почему побережье меча тебе не хотят либо убить, либо надуть? Забодали. Нир, швырани. Только так, чтобы не убило всех. На! Вот как? Как, матери вашу, у вас так выходит? Я вообще хочу понять, как у них это получается. It's already done. Если лезть в драку, то аккурат туда, куда я собираюсь шрануть какое-то заклинание. Ну ёпер, где там? Люди, вы меня позвольте. Полит, подними, будь добр. Вот объясните, как у вас так выходит? Ну как? Чёрт подери. Yes, tis a job for me. What you want? Должен бежать вам! Я должен! Врата Бальдура требует прекратить рейды на караваны купцов! Я должен заставить сообщение быстро! Пока. Хотя последнее, что я слышал, Ам запрашивал ту же самую у врат Бальдура. Кто-то определенно что-то перепутал. Но это не мое дело думать. Должен бежать! Ну, беги, мальчик, беги. Ау, должно быть больно. Похоже, это называется он зевнул. Да, ты можешь. Энтузиазмом. Пойдем искать приключения. You need me? Блин. Ладно. I'm here to help. No. Yes. No. Бей. Бей. What is it this time? Давай, огонь. Аж целых 2 атаки за раунд. Молодец, Нира. Я горжусь тем, что ты хоть что-то смогла сделать. Халид. Да, мне нужна твоя помощь. Ауч, многовато. Их не нажил. You need me? You've a task?
What do you want? This way. Also. Помотай Халида, будь добра. Ты не сильно достанешь. Nature's servant awaits. Кипи себя, Дэйди, в порядок. Раскочегарим сумочку. Последнее зелье. Целебное. Yes. Нам сейчас лучше передохнуть. By your command. Подлатай, будь добра. What can I do to help? I am here, so have no fear. Unless you are evil, then have much fear. All the fear. Плоть здесь. Достаточно, чтобы я стал целым. Ты отведаешь плоти только через мой труп. Подождите-ка. Да, я отведаю плоть твою и покрою эти старые кости. Вот дерьмо. Нам нужно пролизаться. Жалко, Лес. Свет. И все в молоко. Зашибись. Займись. Терпимо. Уйди. Маху мы попадаем. Я... Просто чтобы отличался. Yes.
What can I do to help? Nature's servant awaits. You need me? At once. Мочить. Школа у Каста. Внезапно включилась Лена. Yes, the hero is on the job. Герой в деле. Осталось так понять, в каком. Это почти как у Цоя. Многие говорят, что мы вместе, но мало кто знает, в каком. Так, давайте поищем призрака. Если надо, дерем ему задницу. Хотя для надирания задниц у нас есть специалист. Рейнджер Минск. Которому пинать зло так же легко и просто, как чихнуть. I can but try. What can I do to help? You need me? It's already done. What you want? I've done had enough of this. Tis a job for me. Yes. Can I do my best? I care not. I'm gone. You have need of me if none what could I do to help? Enthusiastically. Чё? Ну, блин, Улькастер. Ну, погоди. I have no more room for that. Dropped it. I'm here to help.
Get back here! Lilalul! For sure! What is it this time? By your command. I have no more room for that. Dropped it. Зелье зеркальных глаз. Очень полезная штука, на самом деле. What can I do to help? I am here, so have no fear. Unless you are evil, then have much fear, all the fear. What you want? I've done had enough of this. Зачарованный кинжал. Зелье гения. Плюс 4 к интеллекту временно. You need me? I'm here to help. Nature servant away. Can I help you? Тебе и тебе. What can I do to... You need me? Еще вот что. On the job. By your command. Подлатай чуть-чуть добро. Orca? Yes, it's already done. Oh no! What can I do to help? Me?
and gone. Смысл «oh no» говорить не есть только тогда, когда он грибов наелся. Он же не водопроводчик Марио, чтобы это делать. This way. Yes. What you want? I've done had enough of this. Or possibly frosty. Death! What can I do to help? Jean-Claude? I cannot. I am Winnie. Эй, не умничай. Не профессор, не будь. Yep. For the fallen! Enthusiastically. What you want? I'm gone. Tis something most unnatural here, and I want no part of it. You've a task? As you direct. Yes, I'm here to help. Back home? Puffguts would always tell me a story. What can I do to help? Все, тащитесь сюда. This way. I am here, so have no fear. Unless you are evil, then have much fear. All Nature the fear. Is good as done. I'm here to help. Yes. Nightsinger, give me power. By your fourth group. You need me? You've as you direct. You be quiet. Forward march. I know when to fold. Yes. Ну мы поняли. А тебе оружие не подходит. Я хотел сказать. Чудо свершилось. У нас есть оружие. И это не просто оружие. Это жезл огня. Крайне полезная штука.
can I do to help? All, sir. Forward, march. You be quiet. You need me? Бедный ужасный волк, теперь он в ужасе. At once. You be quiet. Yes. А вот, собственно, сам призрак главы школы. Лучшая школа. Хранилище знаний и магии. Потеряно. Все потеряно. Простое подземелье. Ради знаний мы страдали. Ничего не осталось. Надеюсь, что кто-то вернется и и достанет простейший из книг под обломками на нижних уровнях. Вернуть надежду. История так важна. Знания вернулись с этими простыми словами на коже. Не на коже, извините. На пергаменте. Чтобы обучать еще раз. В небесном классе. Я предотвращу, чтобы это повторение когда-нибудь. Подумать только, ему всего лишь нужна была книга, чтобы он мог преподавать дальше. Заставляет задуматься. О, Балра! Ты принесешь все что угодно, чтобы я могла упокоиться с миром, когда умру, верно? Прощайте. Кстати, если этому призраку было принести доспех одного из тех рыцарей, которых мы в руинах отлупастили, то он подарит вам взамен вампирский клинок. Но у вампирского клинка есть одна проблема. Он вытягивает жизнь из владельца. Вместо того, чтобы тянуть ее из врага. Пакостная штука. Мы все будем жить снова когда-нибудь. You need me? It's already done. Предлагаю направиться в данный момент, где мы можем достать еще зелий. Дружескую руку. Tis a job for me. Жалкалес. Nature's servant awaits. Yes. Заодно кое-что распознаем. Так. О, пока не забыл. Не, это зелье испорчено, его лучше выкинуть.
care. I'm gone. What can I do? You need me? I'm here to help. Oh, there, Wanderer. Stay thy course a moment to indulge an old man. Приветствую, молодой человек. Верю, что у тебя все в порядке. Я слышал много вещей за прошедшие 10 дней. Я более чем впечатлен. О, и что же вы слышали? Надеюсь, только хорошее. Это зависит от того, кто будет об этом говорить, не так ли? Для большей части людей твои действия несут добро. И воспринимаются как таковы. Многое из того, что я сделал, хотя не используя не тот подход к этому делу, скорее всего, следы ведут в то же направление, куда бы я пошел. Я знаю, куда я должен идти, но я лучше посоветуюсь с тобой, просто чтобы быть уверенным. Как ты уже без сомнения определил, следы ведут в лес Клоуквуд. Скорее всего, мерзавцы прячутся именно... которые руководят бандитами, прячутся именно там. И установили себе базу в лесу. Конечно, я хочу тебе сказать эти вещи, которые ты уже и так знаешь. Удачи в твоих странствиях, молодой человек. Будь осторожен. Хотя ты сделал себе множество... мощных врагов здесь и внутри себя. Прошу прощения, больше не могу тебе сказать по этому вопросу на данный момент. Но события развиваются, будут развиваться именно так, как надо, без любых вмешательств этого старика. Внутри себя враги. Интересно. Yes. Стоять. Glitter gold guide your eye on your travels. Мне нужны ваши зелья. Пока все, сумку отправим. Это тебе. Нам тем более надо пополнить боекомплект. Давай, бери. My inn is open to all who behave themselves. Thank you.
It's been dreadful slow business lately. Итак, мы сделали пару хороших дел, и на этом можно закончить на сегодня. Поражение будет в следующей серии. Спасибо за внимание.